Послематчевая студия после игры между Достой и Фантазией. Достой одержала победу. Ростислав Певнев, Гигант Буниатян. Ростислав, первый вопрос тебе. Первый тайм, ничего у Доста практически не складывается, минимум опасных моментов, еще и Фантазия огрызается, еще и попадание в перекладину со стандарта. Какие мысли? Все под контролем было в этот момент? А кто говорил, что будет легко? Мы знали, что жарко, мы знаем Фантазию, в прошлом круге мы сыграли с ними 1-1, да. Мы знали, что эти ребята будут биться, тем более, посмотрите, в прошлом туре они обыграли Волну, да, 3-0. Вот, поэтому все. Я считаю, что мы чуть больше владели инициативой, но это для бедных. Вот, игра была равная. Мы как бы контролировали, в принципе, игру, но и Фантазия огрызалась. Поэтому типичная игра, нормально, боевая, все как есть. Чингис Расулов сравнял счет, все как и практически в первом матче. Да, были флешбеки такие, что вот все, 1-1, потеря очков, прощай, борьба за чемпионство. Была такая мысль, что опять Фантазия, опять 1-1, опять. Но в тот момент, знаешь, такой был переломный момент, что либо мы находим у нас футболистов, которые решат исход игры, да. Вот просто, вот, например, и Фантазия понеслась, у них видно был порыв, так сказать, что они нас где-то поддушили, поджали, мы отдали им инициативу, вот. Но мы тогда, как бы, даже я тогда на поле сказал, если у нас есть игроки, которые готовы забить и изменить игру, то, значит, они есть. Если нет, ну, слава богу, Юрий Чегель вернулся после травмы и, так сказать, с левой дал в дальний, вот. Слава богу, что у нас такие игроки есть. Гер, ну твоей команде, мне кажется, понравилось обыгрывать фаворитов 3-0 против Волны, и сегодня действительно цеплялись зубами. Хватило настроя действительно на два матча подряд, потому что сегодня тоже были близки к очкам. Так, спасибо Досте. Я вообще считаю, что Достоевский, я всегда это говорил, наверное, вот с ними самое приятное играть, в плане того, что их игроки очень уважительно относятся. В общем, короче, это самая, вот, я не знаю, культурная команда, я бы так сказал. Вот мне очень нравится, так что спасибо им за игру. Что касается, нравится обыгрывать этих фаворитов, ну, я так скажу, да, конечно, это охрененное чувство. Но мы не впадали в этот, как это называется, в эйфорию, да, допустим. Мы понимали, что Доста чемпион все равно, да, то есть... Я честно скажу, вот, конечно, все вспоминают первый круг, то есть максимум, что у нас будет вспоминать, это то, что было в прошлом круге. Дальше никто не будет вспоминать, какая шла игра, что мы даже могли выиграть этот матч, мы проиграли чемпиону. Но я скажу так, что я хочу, вот мы забиваем гол, я хочу кайфовать от этого, да, допустим, мы кайфуем, да, проиграли, да, то все, но... Шикарный матч в плане нас, что мы можем расти, можем все это в актив, этот матч. Мы играли в одного защитника, у нас, это уже, кстати, не первый раз мы это экспериментируем, вот, против Панько, ну, почти весь матч получилось, там, в одном моменте, там, усыпили, там, бдительность, и там одна атака и гол, да, допустим. Но спасибо. Я не знаю, какой у тебя вопрос, плыву уже. Говори, говори. Ну и сегодня, получается, Фантазия сравняла счет, но перед этим были... такие эпизоды споров с арбитрами, было удаление, снова начали разговаривать. Возможно, что именно не хватило вот этой стабильности моральной, чтобы сегодня очки забрать. Нет, на поле все было стабильно, игроки, никто не общался с судьей, все было нормально, там в одном моменте Чика, но завелся, он в штангу попал, гол забил. Нет, я считаю, что это нужно, это тоже нужно, а не так, что мы же не безвольные какие-то рыбы, чтобы вечно молчать, да, допустим. Мне, я кайфую с этого, у нас, да, игрок удалился, к сожалению, там Ламбик мог бы сыграть следующий матч, но он удалился. Я так скажу, вот когда играешь против лидеров, конечно... Вот ты говоришь про мотивацию, а какая может быть мотивация против чемпиона? Она автоматически есть у всех. То есть при счете 1-1 мы честно почувствовали, что можем вырвать 3 очка, да, допустим, могли вырвать. Но победила более большая команда, более опытная, мастеровитая. Вот и все. Ростислав, ну получается, что после сегодняшней победы Доста набирает 33 очка, сравнивается с СК «Волной». Сегодня «Арктик» одержал победу. Какие мысли по поводу чемпионской гонки? Ждет ли сегодня осечки от СК «Волны», например? Ну, конечно, конкуренция есть. Главное, что Доста в игре, в гонке. То, что ждем ли мы или не ждем, я не знаю. Игра покажет. Мы, в принципе, не ждем конкретной осечки от «Волны». Мы ждем, возможно, матча с самой «Волной». Мы ждем матча с самим «Арктиком». Но так, чтобы ждать и вставлять палки в колеса, я думаю, что у нас такого нет. Хотя, может, у кого-то есть, и это нормальное спортивное соперничество. Вот, я думаю, что наши конкуренты, когда Доста играет,
И, условно, я думаю, что сегодня верхняя таблица Оле Суперлиги, наверное, болела железобетонно за фантазию. И я их понимаю. Поэтому, если волна оступится, хорошо. Главное, что мы не выходим, выбываем из борьбы. Вот. Поэтому от того только и футбол прекрасен, когда есть борьба, и также и в турнирной таблице. Вот. Поэтому посмотрим. Как сыграют, так сыграют. Главное нам забирать свое. Вот. И все. Я еще этот очень хочу добавить и отметить. Я люблю отмечать игроков чужих команд, но это Юра Чега, да, допустим, Чега, это просто, ну, очень мастеровитый игрок. Я очень рад, что человек вернулся спустя очень большое количество времени. Я его поздравляю с голом. Я ему говорил, ну, только не сегодня, да, но он все-таки забил. Я рад, что вот такие игроки играют. Я дай бог, чтобы у них было здоровье. И неважно, в нашей команде, в чужой. Я могу только так сказать, вот прямо на камеру. Буду делать все возможное от меня зависящее, чтобы такие игроки, именно как Юра, например, играли у меня, как бы, да. То есть со всем уважением к Досте, к Артему и вообще ко всем. Вот, если кто-то нравится, то нравится, допустим. С таким игроком я бы мог бы бороться за очень высокие, допустим, эти места. Вот. И, конечно, все равно я рад возвращению Чика. Чика мастер. Так что, ребят, ждем. Я надеюсь, что вот наши игроки вот это послушают. И у нас, я прямо заявляю, вот у нас там Максим Чесноков из Промреновы сказал, у нас следующая игра там фантазия, но тут надо брать очки. Ну, братан, 3 очка вот у меня вот здесь. Если там монтажер там это сделает, возьми, братан, возьми. Я даю просто. Так что все, всем спасибо. Отличное завершение. Гигант Буниатян, Ростислав Певнев, фантазия против Досты.